Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Frostpunk. Хотел сказать в Киберпанк, нет, ребят. Frostpunk продолжаем, ждем выхода второй части. Не знаю, хардкорная игра на самом деле, очень много, ну, хардкорность, то есть такая, это, даже на среднем уровне я вот запустил, да, средний уровень сложности для меня что-то, это жопа какая-то. Вот. Так что вот так вот. Сегодня, что, в общем, ребят, задача какая? У нас сталелитейный завод есть, да? Есть сталелитейный завод. Он построится, это будет хорошо. У нас есть... что у нас здесь есть? Древесина, это мы скоро отсюда уберем. У нас есть новые жильцы. Нам, жильцам нужно обеспечить... ребят... жильем, иначе они начнут болеть. То есть нам надо их обеспечивать жильем. Также нам нужно технологическое древо, да, паровой центр сразу поставить. И после него нужно на еду, теплицы. Вот. То есть нам нужно именно с улучшениями сейчас более активно работать. То есть мы берем с тобой сейчас, включаем 20 там часовую смену, потому что нам нужно лес, нам нужен. Нам нужно сейчас, ребят, много леса. Давайте туда больше народу. Вот, нам надо сейчас много леса, чтобы людей обеспечить жильем. Потому что скоро понижение температуры до первого уровня. Вот, это печально. Также у нас что здесь? Строительство идет. Не работает. Бесконечная сталь, будут добывать сталь, да, бесконечную, как я понимаю. Так же, как и уголь, да, бесконечный. Так, что у нас здесь? Отказ работы. Человек, в общем, не хочет работать, пускай немного отдохнет. В смысле? А почему недовольство выросло? Непонятно. А где люди-то? Почему меня никто древесинку не добывает? Алло. А где реально люди-то? Я же поставил, типа... Я не понял, я же поставил, чтобы добывали. Чё за хрень? А почему не добывают? Ты чего вы хотите? Заботливая мать. Мать отказывается отпускать дочь на работу, опасаясь, что та получит травму. Мы можем войти в ее положение, а другой ее сочтут это несправедливым. Не дать никому это, да. Никому не даем поблажек. Так. Да, больных больше становится, потому что нет домов. Палаток нету. Так, а у меня вообще что там изучается, нет? Да, это изучается. Так, палатки. Нам нужно больше палаток. Богу палаток. Давайте. Ребята, они хотели бы поработать там, как бы, поизучать что-то? Не работает, говорит, нету этих, подождите. Ну, вы что не строите-то? Ожидание. Так, что у нас там? Выжившие. Исследовать. Солнце затухает. Вместо астрономов вы видите несколько наших пропавших. Они говорят, что пришли сюда за помощью, но все были мертвы. Астрономы продолжали наблюдать, пока не умерли от голода. Из-за чего такого важного они пошли на смерть? Ответ мы обнаружили в их заметках. Сокращение солнечной активности нельзя объяснить лишь дымом южных вулканов в атмосфере. Солнце затухает. Обнаружено место. Жуткая пещера. Отправить выживших в город самим. Да.
дымок там видели. Давайте припасы. Пойдемте за припасами. Пускай они сами идут, дойдут, дойдут. Не дойдут, не дойдут. Испуганный пациент. Отрезаем ему ногу. Почему не работает? Понятно. Так, здесь почему не работает? Да господи, да дорога. Почему нет дороги-то? Она же рядом с дорогой построена. Ты чего? Игра. Так, это мы построили. Хорошо. Технологии. Паровая... Так, каждый действующий паровой центр без модификации потребляет 3 единицы угля в час. Пускай 3 единицы угля в час потребляет. Что я сделал? Блин, не там я дом построил. Можно вот здесь вот поставить, да, вот 20. Вот здесь вот один. Так, этот здесь обогревает, да, получается? И вот здесь вот. Так, это мы сделали. Так. Санитарный пункт, санитарный пункт. Так, это работает у меня. Закрыто в это время суток. Давайте сюда еды, чтобы больше приносили. 500 здесь. А чё не строить-то? Алло, я не понимаю, что с дорогой у нас? Все дома, да, обогрею я все дома, не переживайте. Надежда падает. Ни хрена себе надежда упала. Да. Сейчас надежда вырастет, ребят. Потому что я сейчас вот эту хрень построю, и мы обогреем все дома. С едой проблемы. Бездомные у меня еще есть, оказывается. Так, вот так вот построим. Еда за сверхурочную работу. Люди все меньше стараются на работе. Возможно, стоит хотя бы давать им двойной пайки, когда они вкладывают... Так как... Да, они это заслужили. Надежда выросла. Так, с углем проблема. Что у нас здесь? Так, детей отправляем. Пускай дети вкалывают. А что у нас здесь-то не работает? Что здесь не так-то? Алло. Алло, алло. Не работает. Улица не соединена с генератором. Улица не соединена с генератором. А, господи, еще и с генератором надо соединять. Господи, боже мой, ребят. Кто бы мог это подумать? Я думал, просто довести сюда, да и все. Так, паровые. Ресурсы, обеспечение. Так, теплица нам нужна, ребят. Апгрейд. Нам нужна теплица, нам нужна еда, ребят. 28 больных у нас. Так, что я там обещал? Дом что-то построить. Дом опеки. Нет. Да. Дом опеки хотел построить. Давайте построим. Дадим людям надежду. Так, надежда растет, это хорошо. Дом опеки. Охренеть, у меня на лечение идет в дом опеки, на лечение. Интересно, они оттуда смогут выйти вообще? Паровой агрегат создает вокруг себя небольшую тепловую зону.
Так, 10-часовой рабочий день, с 8 до 18. Мне нужны люди. Мне нужна еда, ребята, нужны люди. Так, они там сталь-то пошли добывать? Ну да, потихонечку будут... Потихонечку будут сталь там что-то ковырять, добывать. А теплом, что, я не обеспечил вас? Вы что? В смысле, я вас теплом не обеспечил? Алло. А, эти не помогают. Так, уровень радиус тепловой зоны. Подождите, а мы можем... очень холодно, морозно. Там увеличится, да? Не изучено. Я могу изучить, да, ресурсы где-то. Отопление. Обогреватель, улучшение генератора. Вот он, наверное. Да, я все как-то поздно начал делать, ребят. С этим хреново, конечно. Почему-то отключился, кстати. Непонятно, почему у меня этот отключился. Не работает, нету дороги. Да что ты будешь делать, господи? Я же думаю, что здесь все соединено. А тут ни хрена не соединено. Оказывается, у меня просто нет работ этих дороги. Так, 400 этого, да, уголь идет, уголь течет. Ко мне новые жильцы, да, еще, как я смотрю, пришли как раз. Ко мне пришли новые жильцы. Так. Что вы хотите? Двойные пайки для детей. После недавнего случая с ребенком рабочим, его родители требуют, чтобы мы давали рабочему, работающим детям двойные пайки. У них станет больше силы и риск. Хорошо. Хорошо. Так, мы все равно изучаем, что мы изучаем с тобой. Вот это, да, потом пойдем в еду. Ой, пока мы что-то держимся, ребят. Пока держимся вроде бы как бы... До города добрались выжившие, хорошо. Так, до города добрались выжившие. Это, ребята, замечательно. Легкое обморожение, человек серьезно заболел. Так, обморожение. Блин, у нас по больнице все плохо, ребят. Жрать хотят кто-то там. Вечно голодные. Так. Надежды вообще нет, ребят. Надежды вообще нету. Благодарственная записка. Кто-то оставил в доме опеки записку. В ней написано: спасибо вам, у нас столько работы, что семья тяжело... что семье тяжело заботиться о родственниках инвалидов. Но мои опеки сделали жизнь каждого из нас намного легче. Пожалуйста. Надежда выросла. Так, давайте сохранимся, я думаю, на... Давайте на новый файл, что ли, я не знаю. Как 333. И будет дырка, если 333 делать. Так, температура должна будет приподняться, да, у нас?
Так, ртов у нас прибавилось. Больных. У нас проблема с больными, ребят. Так, ожидают. Еда и древесина. Исследовать. Судьба забытых. Среди того, что осталось от экспедиции, было много ценных припасов. Осматривая ящики, разбросанные в снегу у сломанного транспорта, мы обнаружили тела. Они были сплетены в единый замерзший клубок. Будто умирая, люди пытались найти друг в друге хотя бы частичку тепла. Мы не можем ничего сделать для них, даже похоронить. Забрать ресурсы — это хорошо, кстати. Найдено убежище. Давайте сюда отправим. Алло. А их можно домой, да, отправить, по-моему? Да, давайте домой идите. Отнесите домой еду и древесину. Так, у нас заболевшие. Так, чертежи, теплицы, барак. Что такое барак? Позволь строить бараки. Жилище для 10 человек, защищенное от непогоды. О, кстати говоря, это хорошо. Угольная шахта. 240 это... Из подземных залежей. А, там, наверное, подземные залежи, да, у нас там, наверное, ага. Угольная печь. Уголь можно из древесины. Охренеть, тут всякой фигни можно, короче, да? Радиус генератора. Нет, сначала надо, знаете, я думаю, едой обеспечить, ребят. Что это такое? Паровые ядра. Ну, давайте паровые ядра какие-то. А как нам паровые ядра изучить? Где нам взять? Давайте теплицы, ребят, сначала. Нам нужно едой обеспечить. Нам надо что-то с больницами делать. У нас что-то по больницам вообще... Санитарный пункт. У нас что-то по больнице вообще все плохо, ребят. Ну, у нас что-то болеет очень многие. И это меня напрягает, ребят. Это, я думаю, не очень хорошо. С едой сейчас мы решим проблему. Разбирайте. Все, сюда больше не ходим. Сюда больше не ходим. Так, забиваемся в другие постройки. Пятнадцать. Сталь. Сюда. Чё хотите? Протесты из-за медицины. Срочно нужно лечение. Капитан, люди решили устроить протест. Больных, оставшихся без лечения, все больше. А вы ничего не делаете. Протестующие требуют от вас принять меры. Санитарные пункты я построю. Давайте еще один, господи. Мне не жалко, давайте я хоть вам десятку построю. Больных все больше. Я вижу, что у нас больных все больше, ребят. Я вижу, вы что думаете? Я не вижу, что ли, этого? Я сам в шоке. Вроде бы в тепле живем. Все, надежда растет. Давайте вылечим всех. Потом мы все равно сломаем их, да, если они нам будут не нужны. Вот, мы все равно же сможем сломать, правильно? Если они нам будут не нужны. Так, сейчас прибудут ресурсы. Прибыли ресурсы, еда, эти. Так, нет, ожидают, подождите. Нам надо надежное убежище. А почему я не могу? Ожидают.
Ну почему я сюда не могу отправить? Так, подождите, а тут что? Жуткая пещера. Давайте в жуткую пещеру отправим. Пускай посмотрит, что там в жуткой пещере. Так, надежда что-то у нас какая-то маленькая, ребят. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Больных вообще что-то очень много. И может какой-то закон принять? А что по больным я могу принять? Закон примет. А я что, не могу отменить свой закон, да? Классно. Похоронная церемония. Давайте подпишем похоронную церемонию, чтобы была. Наши покойные близкие достойны этого, да. Они достойны. Так, 400 дерева. Дерево, кстати, у нас уже до хрена. Сталь добывается потихонечку, там что-то уголь, угля у нас, ребят, не хватает. 500 угля, 500 угля. Давайте построим этот ресурсы. Кстати, мы еще угледобытчик можем один поставить. Ну там что-то до хрена людей надо. Пост добычи. Вот так вот прям поставим. Вот. Пост добычи пускай идут. У нас проблема с больными. И немножко с едой. Больные вообще не лечатся. Больные, ребят, вообще не лечатся. Благодарственная записка. Ослеплен страхом. В общем, надежда потихонечку что-то там растет где-то даже. Не хватает угля, у нас уголь прям тает. Так, давайте парочку этих троих детей отправим. Пускай добывает уголь. Но сейчас уголь закончится, будет жопа, ребят. А чё, как долго технология вот эта изучается? Теплица-то как-то чё-то долго. Нам надо сейчас больше угля, потому что надо. Потому что надо. Технология теплицы изучена, это хорошо. Еда. Базовый уровень. Здесь можно выращивать некоторые стойкие культуры, получать до 30 единиц сырой еды в день. Паровое ядро. Так, и все, я как бы тут не могу, да? А вот так вот сойдет, интересно? Паровые ядра. Мы только что впервые использовали паровые ядра. Паровые ядра необходимые составляющие особо сложных технологий. Производить паровые ядра в городе нельзя. Остается лишь надеяться, что разведчики будут находить их в экспедиции. Охренеть. То есть экспедицию по-любому надо, да, отправлять. Экспедицию по-любому надо отправлять. Так, бараки. Давайте бараки начнем изучать. А здесь на сколько людей живет? 10. А там говорят, типа тепло, да, защищает. Подождите. А чем барак... А, временное убежище из тонкой ткани. А, тогда нам вот эти палатки надо будет заменить. Не работает. Так, вот сюда как раз-таки можно детей отправить, я думаю. Одного инженера, остальных взрослых. Так, ожидают. Выжившие исследовать, давайте. Жуткая пещера. Осаждены дикими зверями. Из пещеры, расположенной выше по склону, донеслись испуганные крики. Когда мы подобрались ближе, нам преградили проход несколько белых медведей. Люди оказались в ловушке, и звери пожирают их одного с другим. Не мешать медведям. Рискнуть напасть на медведей. Нужно было помочь выжившим. Когда наши разведчики напали на медведей, люди в пещере, 4 там ребенка, 18, ага, да, присоединились к ним, и общими усилиями удалось прогнать зверей. К сожалению, от полученной в битве ран разведчики скончались. Спасенные ими люди отправились в наш город на карте, оставленной разведчиками. А разведчиков у меня больше нету, да? То есть можно, в принципе, еще... Я могу еще один отряд создать, давайте создадим.
И отправим сюда. Да. Благо, люди пока есть у меня. Так, люди пока благо есть. А, так, по идее, мы здесь работаем. До 30 единиц еды мы выращиваем. Кстати, здесь можно похлебку-то обычная еда. Можно обычную похлебку, да, будет делать. Да, подожди, потом мы, я думаю, перейдем на обычную похлебку. Вроде бы, пока, вроде бы, у нас пока более-менее все хорошо. Пока, но я, прям на краешке я где-то сижу. Очень сложно сам игра, на самом деле игра такая сложненькая. А, думать надо башкой, недовольство немножко уходит. Люди вроде более-менее довольны. Сейчас еще рабочие к нам придут, это будет хорошо, ребят. Здесь есть металлолом. Да, что у нас что-то осталось? Месторождение угля. А, вот месторождение угля. Мне просто надо было рядом месторождение угля поставить, да, вот это-то. А, угледобытчик просто рядом с месторождением угля. Я как понимаю. А именно вот там следующую надо было там поставить, я понял. Так, мы что там изучаем, нет? Бараки, понятно. Бараки пока не изучаются. Хорошо, теплицу изучаем. Нам нужен еще уголь, ребят. Нам надо сейчас будет что-то 40 больных уже. Ой, 20 из 20 у нас там. Надо построить, ребята, новые дома. Бывали утра и похуже, господи, сил больше нет, каждый день одно и то же, впрочем, это никуда. У нас каждая жизнь, у нас даже, думаете, ваша что ли жизнь такая тяжелая, у нас то же самое. Так, оттепель пошла, оттепель, а там потом температура до первого уровня, да, снизится. Минус 30, похорошело, похорошело, ребят, похорошело. Термоизоляция зданий, тепловая зона, погода. Минус один. Тепловая зона, то есть там бы приемлемо, да, очень риски низко заболеть. А здесь высокий риск, да? Тоже низкий риск заболеть, но нам нужно изучить. Почему низкий риск заболеть, а они там болеют? Подождите. Нам надо вот здесь, наверное. Низкий риск заболеть. Они, наверное, достигнут лимит хранения. В смысле? А, вот здесь вот. Средний риск заболеть. Я понял, откуда они у нас больные идут, ребят. Я понял. Я все понял. Так, можно вот так поставить, в принципе. Я понял, откуда они идут больные ко мне. Так, правые технологии изучены. От ночного холода. А, 10-часовой рабочий день. С 8 до... Да, пускай с 8 до 18 он только работает. Потому что стоит в рабочей зоне. Так, подождите, плюс, что нам следующее? Санитарные пункты. Улучшенные инструменты и методы лечения позволяют исцелять людей из санитарных пунктов на 10% быстрее. Да. Так. Что я там построил-то? Что-то я там построил. Теплицу. Нет, теплицу у нас есть. Подождите. Дом, барак. Кладбище. Нет, нам не надо, подождите. Так. Защитите... Так, защита для... Они большие, ох, ё-моё. А я могу их заменить просто? Вот, вот так вот, просто заменить. И все. Просто перестроить как бы.
Так, протесты за медицину. Срочно нужно лечение. Капитан, люди решили устроить протест, больных становится безгранично. Санитарный пункт давайте построим. Так, ожидание. Паровое ядро и древесины исследуем. Эта тропа ведет в другой город. Убежище к убежище комфортабельное и с большим количеством припасов. На тяжелой круглой двери висит записка. Внимание всем ученым, если вы берете припасы, не забывайте уведомить об этом и интенданта по возвращению в город. Это значит, что где-то есть еще один город. У тропы стоит дорожный указатель, показывающий в другое направление. Лондон. Ага. Стальной мост. Так, вы идете домой. Ага. А вы куда, ребят? А куда пошли? А это кто? А это охотники, наверное. Это, наверное, охотники пошли. Я не понял просто, кто куда пошел. Так, чем я там, я сказал? Построю этот, да? Еще одно. Я не знаю, ребят, санитарных пунктов у меня натыкано уже до жопы. Так, здесь вообще очень даже комфортно. Температура. Погода, теплый этот. Сейчас они там перестроят. Надо, чтобы меньше было больных. Так, выжившие пришли. Выжившие добрались. Так, а ресурсы? Нет, технологии. Эх. Давайте, 20 надо стали. Нам нужно 20 стали, ребят. Экспедиция вернулась, еда и дерево принесли. Замечательно. Давайте, знаете, что я думаю? Пайки сменим на обычную еду. Да. Надежда растет. Слишком много у нас этих. Так, нам надо... Бараки. Бараки нужны, ребят. Бараки. Что, надо смотреть, чтобы все бараки были подключены. Бараки Обамы. Так, надежда тоже что-то у нас нет, не растет, ребят, ни хрена. Чего там хотите? Меньше вреда. Помощь нетрудоспособным. Сэр, доктор... сэр, доктор хочет обсудить радикальное лечение. Я был полевым хирургом во время войны с бурами и совместно с членами королевской... Ага, я понял, как сократить число ампутаций при радикальном лечении. Инженер сможет работать. Надежда немножко вырастет. Да, давай, пускай идет, ищет. Если он знает, как... Так, подождите. Если он знает, типа, как можно попробовать это сделать, пускай пойдет и сделает это. То есть, как снизить количество ампутаций. Так, нам надо здесь построить больше, ребят. Так. Паровая машина. Вот здесь бы, конечно, где-то надо было построить. Давайте. Так, бездомные, да, у нас есть? Там что по бездомным? Подождите, строить, строить, строить. Тут же есть это. Отправьте туда людей, детей тоже туда отправьте. Всех нахрен детей туда отправьте. Ладно, не надо всех детей. Инженеров отправьте. Пока у нас не похолодало окончательно. Ну чё, там дорогу-то построить, нет? Все, построили. Так, у нас с этим все хорошо, да, получается?
Теплая зона, вся фигня. Так. Еду мы начали нормально производить. Помощь на кухне. Сэр, как к нам пришли коллеги, они предлагают помогать на кухне. Мы не хотим поливать потолок цельными длями. Мы потратим 100 единиц древесины, эффективность кухни возрастет на 40%. Ну давайте. Эффективность кухни возрастет, только она нам не нужна, это эффективность. Потому что еда нам там нужна, чтобы возросла эффективность. Надежда возрастет. Так. А, ожидает, блин, у меня там ожидают. А что вы ожидаете-то? Идите туда. Значит, там ожидают. Так, только на рабочей этой, да? Угу. Пускай, когда работает, тогда добывает. Тогда, ну, в общем, поняли. Когда они работают, тогда пускай это все там работает. Когда работает, пускай они там работают. Так, исследование. Ресурсы, ребят. Угольная печь, угольная шахта. Позволит получить угля за обычный день из подземной залежи. А у нас есть, кстати говоря, этот. Давайте изучим. Нам нужно, вот что нам нужно, ребят, так это уголь. Без угля мы просто все умрем. Уголь это здесь превыше всего. Так, здание, бараки меняем. Так, потому что сейчас холодно будет. Так, здесь израсходовано. Да, значит разбираем. Нужно больше больничных коек. О, господи. Да, я обещаю, что это, да. Еще один санитарный пункт предлагают мне построить. Вы что, издеваетесь? Что у нас с этим-то, санитарный этот? Что у нас действительно с... санитарией-то с этой? Что у нас с санитарией-то происходит? Что у нас здесь 300 этого дерева? С 8 до 18, с 8 до 18. Так, 9 из 15 работает. Почему? Здесь, в принципе, достаточно. Пускай работают. Так. Да, надежда растет, но почему-то, блядь, они у меня не лечатся. Хотя я, кстати говоря, прокачал еще эту ведь. Еда и здоровье. Я прокачал санитарный пункт улучшенный. Лазарет, может, нужен им уже. А, угольная печь. Улучшенные склады нахрен. Стенной. Стенной бур. Надо, наверное, температуру. Мне кажется, скоро морозы, ребят, будут очень сильные. Пока морозы прыгают туда-сюда, пока там плюс-минус. Плюс-минус там что-то одинаково пока прыгает. Но с больными у меня какая-то хрень творится. А ты кто вообще такой? Можно тебя вот выбрать? Кто ты? Лесопилка. Он работает на лесопилке. Я понял. Я понял. Я вас, месье, понял. Так, я усё понял. Потому что у нас теплом не обеспечены, видимо, работники, да? Из-за этого такая шляпа.
Из-за этого, видимо, ребята, такая шляпа происходит. Так, когда будут работать, пускай тогда работают. Когда будут работать, пускай температура, падение температуры. Это ладно, ничего страшного. Что у нас там по температуре общей? Ну, все равно у нас все тепло, низкий риск заболеть. Прохладно. Ну, в принципе, держимся, да? Тепловое, да. Детей поменьше ставим, побольше взрослых. Да, видимо, из-за этого они у меня и болеют. Кто скажет, да, ты что, не понял, что с самого начала, что они у тебя болеют и умирают, потому что там им холодно. Ну, ребят, блин, я не такой умный, как вы, понимаете, я ж тупой. Да. Так, рабочий еще одного сюда. А здесь что у нас? Куча угля. Куча угля. Кстати, вот сюда можно будет потом лесопилку переместить. Вот эту лесопилку мы, наверное, разберем. И вот сюда вот поставим. Когда там выкачится. Это что? Это кто? Это что? Это кто? Какой-то мужчина. Но у нас более-менее все стабильно. Еды хватает вроде бы. В поисках других городов. Мужчина из Винтерхоума. На окраине города мы обнаружили изможженного мужчину. Он сказал, что пришел из Винтерхоума, поселения, расположенного неподалеку от нас, и что он последний выживший. Винтерхоум мертв, все погибли. Нет надежды выжить в этой проклятой пустоши. Вы все обречены, нам нужно бежать. Это были его последние слова. Итак, мы одни. Мы остались одни. Новость потрясла всех жителей. Мы ожидали найти множество поселений, строительных бригад, людей, выживших. Но мы остались совсем одни. Надежда падает. В смысле? Надо было остаться в Лондоне. Там бы до такого не дошло. У нас же все нормально, ребят. Мы развиваемся. Не надо было покидать Британию. Нужно спасать детей и выжить самим. Надо вернуться. Как мы выживем, если у них не вышло? Ребят, у нас все нормально, у нас куда вы надежда? Почему надежда-то упала? У нас же все хорошо. Винтерхолм пал, они все мертвы. Как нам выжить тут одним без помощи? Надо вернуться в Лондон. В этой ледяной пустыне для нас нет надежды. Новости из Винтерхолма расходятся по городу. Люди начинают организовываться. Некоторые хотят бросить все и бежать в Лондон. Начинается паника. Нужно дать им цель. Выберите путь. Порядок и дисциплина, то есть жестко, да? Либо вера и духовная сила. И то с какой-то стороны правильно, но мне кажется, порядок и дисциплина... Мне кажется, нужно дать людям веру и духовную силу. Цель, дом молитв. Два дома молитв надо будет построить, при этом дом молитв. Ну давайте подпишем. Меньше ампутации, сэр. Здесь доктор, желающий сократить число ампутаций при радикальном лечении. Он добился результатов. Это безусловно нетривиальный метод, и мои высокоученые коллеги с отвращением отвергли бы этот эксперимент. Это, в общем, работа, и число ампутаций при радикальном лечении должно сократиться вдвое. Он стремится вернуться к работе и испытать свой метод. Отлично. Надежды нету, ребят, практически. Так, вера, ребят, у нас два дома надо построить. Древесина 30. Давайте один где-нибудь вот здесь построим дом. А другой там где-нибудь тоже построим. Блин, надежда как упала, ребят. Неубежденные хотят покинуть город. Капитан, мы убедили большинство, но надежды осталось мало. Некоторые так напуганы, что хотят бежать в Лондон. Они грозят покинуть город через 15 дней. Они пришли попробовать
вас переубедить. Говорите, вера нас спасет. Чушь, нам что, молиться о еде, когда начнет голодать? Все нормально, ребят, чего вы переживаете? Лондонцы, а мнения разделились. Некоторые так напуганы, что хотят покинуть город и отправиться в Лондон через 15 дней. Они постараются убедить остальных, и недовольство будут им на руку. Страх может толкнуть людей на отчаянные поступки. Поддерживайте мир, дайте людям надежду, справляйтесь с их недоверием, чтобы город пережил надвигающийся общий кризис. Не дайте лондонцам нарушить покой жителей. Осталось 14 дней. Жопа. Все же хорошо, у нас еда есть, это есть. Потихонечку развиваемся, растем. Че не так-то? Че не так-то, ребята? Вечно какие-то недовольства. Отопление вам подключил везде. Че вам не нравится, алло? Алло, алло, че вам не нравится, алло? Давайте здесь тоже построим. Серебро надо закончить. А кто, интересно, дома строит? Инженеры? Угольная шахта. А, вот здесь, да? Вот оно. То есть вот здесь я должен поставить угольную шахту. Все нормально, потихонечку растем, развиваемся. Им что-то все не нравится. Больных, да, у нас много. Они меня задолбали, эти больные, кстати. Надежда растет. Хорошо. Так, а здесь что у нас? Погода, термоизоляция здания. Все нормально. А здесь что у нас? Тоже погода, термоизоляция здания. А, я тут это построил не там, да? То есть надо было где-то в центре здесь вот снести дом и тут построить, короче. Я понял. Я немножко не там построил. Мне выгоднее было бы так, да. Разведчики достигли цели. Мост. Автоматон. Медная табличка на мосту гласит, построена жителями Винхолла. Слушайте, автоматон? Что это такое автоматон? Работающий автоматон. Это какой-то робот, да? Мы остановились на краю глубокого широкого ущелья, изумляясь проложенному через него остальному мосту. Еще больше мы изумились огромному автоматону, который сметал снег с дороги. Машину можно отправить в наш город или разобрать на ресурсы. Отправить его в город. Разобрать на ресурсы. А на ресурсы, кстати, тоже выгодно. Но давайте мы его в город отправим, он нам пригодится. Автоматон отправился в город. Здесь что у нас? Метеостанция. Большая колонна. Так, пойдемте вот сюда. Отправим их туда. Через один день автоматон придет. Мы его, знаете, куда отправим? Уголь добывать. Уголь добывать. Уголь добывать. Уголь добывать. Так. Что здесь? Заброшенный мост. Обнаруженный мост — знак, что мы на верном пути, но у нас появился вопрос. Почему им не пользуются? Почему инженеры не занимаются автоматоном? Поэтому есть логическое объяснение, но люди начинают волноваться. Да блин. А можно... Тут, то есть, можно игнорировать. Нужно что-то игнорировать, а что-то не игнорировать. Я не знаю, ребят, что у нас получится. Серию надо заканчивать. Веру мы людям даем.
многие могут присоединиться к лондонцам. Да потому что у нас больных много, блин, они никак не вылечатся, задолбали, блин, вроде бы все в теплых, более-менее комфортных условиях работают. Задолбали, блин, чё мне нравится, алё. То им не нравится, это им не нравится. 23 больных. Вроде больные подлечиваются. Больниц, блин, 5 штук. Не поймешь, что им не нравится. Рожи своей крыши стоять мороз, минус 40, очень холодно. Так, нам надо опять на сухпайки перейти. Из опилок. Я даже боюсь, уже нажимает. Люди присоединяются к лондонцам. Двадцать шесть инвалидов у нас, ё-моё. У нас же здесь нормально, ребят. Ну, правда, еда что-то закончилась у нас. Кстати, с едой, да, у нас проблемы. А я, кстати, что, ничего не изучаю? Что, у меня все хорошо, что ли? Термоизоляция теплиц. Тактика охоты, воздушные охотники, термоизоляция больниц, лазарет. 75-25. Да. Двадцать один больной. Разведчики достигли. Паровой двигатель, уголь, исследовать. Мрачный прогноз. Мы нашли заметки ученых. Они прогнозировали значительное ухудшение ситуации с глобальным холодом. Еще хуже то, что их записи резко обрываются несколько месяцев назад. В кладовой нет ни банки консервов, даже ни крошки хлеба. Очевидно, что они покинули это место. С крыши метеостанции хорошо видно Винтерхолм. Угольная так забрать. Так, а что у нас там проводят? Ну, пускай идут сюда, я думаю. Да. Блин, я даже боюсь уже нажимать. Скоро опять надежда падает. Да, я сюда вообще нажимать не буду. У нас опять надежда падает. У нас опять упала надежда. Когда у нас там потепление-то будет? Минус 40, я охренею. Я охренею, ребят, в этом зоопарке. Так, что у нас? 14 час, работают. Пускай работают. Уголь таскаем. Таскаем, ребята, уголь. Начать апгрейд. Я не знаю, ребят, это жопа какая-то. Нужно больше больничных коек. Я обещаю, что... Блин, санитарный пункт давайте еще один построим. Потому что я не могу обещать, что больных вылечат. Я не могу, ребят, обещать, что больных вылечат. Потому что они как-то лечатся, но как-то хреново. Церковь. Возрождение веры, рад слышать. Неплохо, если бы надежду мне подняли. Тем самым. Так, не работает. 16 больных. Ряды лондонцев продолжают пополняться. 38 человек уже. Так я же построил санитарный пункт. А, он не работает, потому что холодно. Тра-та-та-та-та. Т-
Так, ожидаю. Чего вы там нашли, что исследовать? Мы взобрались верхом, мы оказались на окраине города. Мы стояли там, лишились дара речи, смотрели на хаос и разрушение. Город мертв, большинство зданий в руинах, а генератор взорвался. Исследовать. О, Винтерхоум, падение Винтерхоума. Разрушенный город усеян мертвыми телами. Городские хроники описаны отчаяние охватывающих жителей от нехватки пищи, последовавшей за этим стычки, бунты и анархия. Затем начались борьба за уменьшающиеся ресурсы, и в итоге наступил голод. Последняя запись гласит: простите нас, господи, мы едим своих же мертвецов, надежды больше нет. Но упокоится их, да. Так, давайте-ка идите домой. Лагерь американцев. Уголь заканчивается у нас, древесина почему-то не добывается. А потому что у меня рабочих, да, забирают всех. Короче, эти вот лондонцы забрали у меня 38 рабочих, я понял. И у меня, видимо, рабочих, что ли, не хватает из-за этого. Или что происходит? Я же построил ожидание рабочих. Я же построил санитарный пункт. У нас есть 5 дней, чтобы построить дом опеки. Надежда немного вырастет. Дом опеки хотят. Что-то у меня все через жопу, ребят, идет. Дом опеки, древесина, сталь нужна. Больных становится меньше, меня это радует. Но этим надо было, видимо, раньше заниматься. Да. И холодрыга у нас минус 40. А там еще будет температура существенно снизится до второго уровня. Охренеть. Там еще будет холоднее. Но мне кажется, я проиграл в этой катке, ребят. Лондонцы всех забрали. Подожди. Давайте разберем. Лазарет. Лазарет с паровым отоплением на 10 коек. Пациентов лечат быстрее, чем в санитарном пункте, а тяжело больных обеспечивают хорошим уходом. У меня что-то с людьми проблем, у меня не хватает людей. У меня лондонцы всех забрали. О, автоматон пришел. Автоматон — это хорошо, ребят. Автоматон — это здорово. Серию надо закончить, да. Тут скажешь, блин, что какая длинная серия, ну а что по делу? Ну давай быстрее, господи, можно это скинуть. Да, его можно, по-моему, куда-то автоматон. Его можно, по-моему, куда-то отправить, да? Автоматоны, фабрика. Стоимость одного автоматона 100 единиц стали. Автоматоны могут полностью заменять целые бригады людей на большинстве рабочих мест. Их можно изготавливать на фабрике, и они предназначены для круглосуточной работы. Их превращают в эффективность 60%, но ее можно использовать. Автоматон подзаправляется каждые 12 часов, присоединяясь к генератору или паровому центру. На работе это никак не связано, мне кажется. А можно я вот здесь вот как бы автоматон включить? Он же будет таскать их или что? Автоматон. Пошел работать. Пошел работать, автоматончик. И ему не надо, кстати говоря, холод, да, тепло, ему без разницы, где он. Целая бригада, да, заменяет. Иди, заменяй бригаду. Охренеть. Здоровая хрень какая. Ты что делаешь? Он строит? Он помогает строить, прикиньте. Он помогал только что строить, я видел. Так, надежда растет. Но нам столько уже, я думаю, не надо. Можно разобрать. Нам не нужно столько этих.
ряды лондонцев выполняются. Так. Это хреново. Что их там ряды пополняются? Надежда растет. Пять больных. Лазарет. Начать изучение. Так, что он делает? Так, экспедиция вернулась. Это замечательно. Так, экспедицию надо куда-то еще отправить. Давайте... за людьми, я думаю. Да, идите. Ты чё, как работаешь? Показывай. Он чё, там собирает это всё или чё? Да, он загребает. Сколько он все там загребает? А, идет на заправку, заправка. Неплохо. Так а он куда это все загребает-то, алло? Ряды лондонцев пополняются, да? Задолбали. Не пополняйтесь туда. Надо придумать план, нужно что-то делать. Надпись на стене. Капитан, кто-то осквернил стену надписями обжасно себе гордо. Пусть священник подборит людей. Надежда упадет, надежда упадет. Немного упадет. Ни хрена себе немного. Для меня это много. Так, ну смотрите, у нас хотя бы с больными все нормально. Я не понимаю, он работает как? Он работает, что он делает? Так, он здесь работает и... А что он делает-то? Он забирает уголь, но я не вижу, чтобы он нес уголь в эту... Он уголь забирает. А может его переработают или что у них? Я не понимаю, что он делает. Я не понимаю. Так. Ну, я хотел бы, чтобы он это... Так, кстати говоря, адаптация цели. А, дом молитв, кстати. А я что это, святилище? Что я не строю-то? А что я не строил-то, блин? Что я правее? Вечерняя молитва. Вот писать. Что я не прокачивал закона-то, ребят? Тут скажут, ты что, дебил? Ты что закон не прокачиваешь? Действительно, я дебил. И почему ты не прокачивал этот законы? Почему, не знаю. Да куда ты, господи? Вот сюда. Вот сюда. Чё здесь? Один акт вандализма. Да господи. Зря я вот этот, знаете, вот, типа, охренеть немножко, да? Немножко падает, типа. Ни хрена себе немножко. Все, надежда упала, лондонцы 61 уже. Так, выжившие исследовать. Спроводить выживших до города. Давайте сопроводим выживших до города. Да. Жоп, короче.
Прям чувствовалось, что жопа сейчас вот-вот придет, ребят. Чувствую прям. Прям чувствую, что сейчас прям вот придет. Там резко похолодание будет, потом резко это. Потом резко то, и потом резко это. Вера, технологии. А где автоматонов строить? Кладбище только вижу. Что там про автоматонов было написано? Рабочая сила. Фабрика, да? А, фабрика нужна. А мы фабрику-то... У нас фабрики нету. Да. Вера прям на писечке, ребят. Прям на писечке Вера. Тридцать три дерева, кстати, осталось. Давайте туда, а то тут 33 дерева осталось. Я думаю, ее уже можно закрывать. Да, тут дерево уже закончилось. Шестьдесят один лондовец. Так. А здесь все, да, здесь все. 61. Опять там кто-то что-то написал. У меня сейчас надежды не останется. Опять там кто-то, не надо было смотреть на это. Не надо было, ребят, на это смотреть. Все было бы хорошо. Экспедиция вернулась. И надежда упала вообще в нулину. А почему надежда упала? А почему надежда так упала в нулину? Алло. Народ потерял надежду. Снова вам доверять, убедить. А почему она упала-то, я не понял. А, потому что пришли люди. Домов, что ли, нет? Домов, что ли, нет? Вам что, бараки поставить? Давайте я вам поставлю бараки. Хотите бараки? Нет, там опять акт вандализма, да я читать не буду. Я читать не буду, там акт вандализма. 51 бездомный, почему? А, потому что пришли люди. Да, новые жители пришли. Священник избит. Напали, он пытался воодушевить жителей. Оплот хранителей веры. Надежда слегка вырастет. Недовольство слегка упадет. Надежда слегка вырастет. Жратвы не хватает. И опять больные. Ой, ужас. Как же сложно в эту игру играть, ребят. Не работает, потому что нету дорожки. Ну, великолепно. Ну, великолепно, ребят. Великолепно. Почему не работает? Потому что нету дорожки. Так, Веру мне верните, пожалуйста. А давайте протезы, мы же можем, протезы. Подождите, протезы. Протезы, протезы. А протезы чё?
ожидают. Идите сюда. Сходите, посмотрите, что там. Подождите, а по насчет протезов что у нас? Что-то там надо изучить по протезам или что? Я вот этого что-то не понял момента. Ванпост-центр, фабрика. Я вообще ничего не изучаю, ребят. Кто скажет, ты что ничего не изучаешь-то? Да хрен знает, ребят, хрен знает. Все что-то так много всего. Оптимизация добычи угля. Термоизоляции кухни. Термоизоляции теплиц. Все надо, ребят. Все нужно. Но мы, по-моему, всрали момент. Точнее говоря, я всрал, да? Вы-то ничего не всрали? Это я всрал. Опять куча больных. Какой, говорит, у капитана план? Охрененно, у меня забористый план. У меня забористый, ребят, план. Так. У меня кухня не работает нормально. У меня нормально, у меня кухня не работает. Это не кухня. Хотя бы прохладно. Люди начали погибать. Не работает, потому что холодно слишком. Я там читать не буду, идите в жопу. Сейчас будет тепло, подождите. Сейчас вот здесь поднимется. Там до третьего уровня вообще ситуация отпустится. Некоторых удалось убедить. Лондонцы говорят, он пытается напугать всех, чтобы как можно больше людей присоединились к походу в Лондон. Количество лондонцев возрастет. Количество лондонцев немного возрастет. А, плод-хранитель веры, это я так не подстроил. Плод-хранитель веры, ребят. А как я построю плод-хранитель веры? Где я его возьму? А, здесь можно было 20 пайков, а мне и с едой, да, проблема. Минус 60, ребят. Нет, я это читать не буду, идите в жопу. Минус 60. Паровое ядро стали следовать. Да, амбары, сталь нашли. Ну, идите туда, дойдите. Ужас, ужас, ребята. Лондонцы 84. Давай, температура, повышайся. Все, жопа. Ваше время пришло. Да. Температура не повысилась. Игра очень жесткая. И что изменится, мы все равно обречены. Нам не поможет то, что мы его изгнали, но это облегчение. Он счастливчик, умрет быстро. Нормально, да? Я тут поселение им практически оптимизировал. Ну, практически вас свергли. Я сделал все, что смог, да. Конец. Жесткая игра, ребят, сложно играть. Мы с тобой дойдем до того же момента. То есть я за кадром к следующей серии, ребят, к следующей серии дойду до того же момента, где лондонцы бунтуют. Ну сложно, ребят, сложно, скажу так. То есть она непростая игра. То есть чуть выпускаешь момент и все, и задница. Да, кто-то скажет, ты там играл
то все, там это, ребят, у меня так много, и там туда надо смотреть, и здесь надо за этим следить, и туда, то есть, ну, сложноватая игра на самом деле, она непростая, но прикольная. Вот, главное понять, что надо, куда. Я про законы забываю, да, ребят, там законы надо, да, издавать там. Я про них, про это все, ребят, забываю. Просто забываю. Ладно, в следующей серии увидимся. Даже я, наверное, можно загрузиться же, да, мне получается. Вот это вот, что у меня здесь загрузка? 444. Я, может, с этого момента потом начну просто. Лондонцы, да, видите, тут еще более-менее. Я, может, с этого момента начну, попробую стабилизировать, получится, не получится. И дойду до определенного момента. Ой, я не знаю, тут получится, не получится с этого момента. Попробую как-то стабилизировать. Я думаю, стабилизировать можно, ресурсы есть, эти есть. Автоматон к нам идет как раз-таки первый, да, этот момент, когда вот автоматон идет. Людей здесь можно разгрузить. Здесь то это передвинуть. Можешь попробовать как-нибудь потихонечку стабилизировать. Законы надо будет принимать, не забывать. Вот, особенно по целям. Вера, да, вот это вот святилище. Полевая кухня, что полевая? Дом исцеления, хранители веры, храм. Вот, можно будет переманить, попробовать этих там и так далее. Ладно, попробую уже в следующей серии. Увидимся с тобой там. Всем до встречи, всем пока.